тот, кого ты должен обожать больше всего, сидит рядом с тобой. Но там никого нет. Я говорил не про то кресло, а про твоего папу. Понятно. Он никому жизнь не спас. Да ты что? Но когда он летит на самолетике, он спасает людей тем, что не разбивается. А в моем понимании, это делает его героем. Спасибо. Знаете, многие люди... К тому же он подцепил аппетитный кусочек горячего пирожка в виде твоей мамы. Хватит уже на сегодня, прекрати. Да ладно. Стоун, я всегда хотела знать, когда ты впервые предсказал погоду? Деб, все нормально? Ну... Что? Что? Эй, смотрите, корова. Нет, не корова, это бычок. $6000 сочного чистокровного ангусского мяса. У Стоуна новая страсть – выращивать скот. Он им дал имена. Ага. Старина Себастьян любит ребрышки. Держи, малыш. Вот так. Пап, а это не... Каннибализм? Да. Если встанете завтра пораньше, увидите, как я загоняю этих паразитов в кораль. Погоди минутку. Ты сам их погонишь? Я ведь мужик, так? Да. Слушай, Стоун, если тебе нужна помощь, то я с радостью. О чем речь, Раз? Давай, лишняя пара рук мне пригодится. Что ж, я родился с лишней парой рук. Он что-то странное говорит. Загон скота будет главным событием вашей поездки. Ну, главным событием, конечно же, будет приезд в Валли Уолт. И когда я отведу семью на велоцираптора. Мне кажется, это так странно. Зачем опять ехать в Валли Уолт после того, как папа там психанул? Одри, папа психанул от того, что он любил нас и хотел, чтобы мы были рядом. И мы были. И я хочу того же для моей семьи. Какой же ты клоун. Сама ты клоун. Детка, я считаю, Расти прав. Понимаешь, семья – это самая главная вещь на свете. Что-то прилипло. Может, возьмем летом малыша Купера в поездку? Да, только не Валли Уолт. Нет, потому конечно, что это глупо. Реально глупо. Поедем в Париж. Уи-уи-уи-уи-уи-уи. А когда мы вернемся, может, я выйду на полставки? Нет, работа только через мой труп, дорогуша.